ходе областного дисциплинарного совета было рассмотрено дело в отношении руководителя отдела образования Жангалинского района Марата Абдугажиева. В социальной сети распространилось анонимное сообщение о том, что жители Жангалинского района обвинили начальника отдела образования в употреблении алкоголя во время сдачи ЕНТ. Подробности в сюжете наших корреспондентов. По словам авторов письма, распространенного в соцсети, руководитель районного отдела образования Марат Абдугажиев был зафиксирован на видео в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он выражался нецензурной бранью и даже подрался с заместителем акима Бауржаном Саматовым. К письму прилагалось видео, на котором отчетливо можно было разобрать лишь голоса. Один из участников съемки употреблял нецензурные выражения. По итогам проверки выяснилось, что голоса действительно принадлежат Марату Абдугажиеву и Бауржану Саматову. В объяснительной я написал, что никакой ссоры между мной и Бауржаном Саматовым не было. Я действительно матерился, но мы просто шутили. Скорее всего, видео снимали рядом с моим домом, когда после рабочего дня мы разговаривали во дворе дома. Перед Бауржаном Саматовым я извинился. Участники дисциплинарного совета приняли это к сведению, но впоследствии стало ясно, что руководитель районного отдела образования уже наказан акимом Жангалинского района. При этом председатель дисциплинарного совета заявил о том, что Марат Абдугажиев нарушил кодекс чести госслужащих, гласящий об их примерном поведении даже во внерабочее время. Что это такое? Вы служите народу. Все люди на вас смотрят, вы должны быть примером для них. А здесь такое. По итогам рассмотрения дела большинством голосов диссовета было принято решение о неполном соответствии должности, занимаемой Маратом Абдугажиевым. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.